У нас 8 утра, Дананг. Пойду в терминал внутренних авиалиний. Там должен быть автобус на город. И двину в хостел. Ну что, нормально, комфортная температура такая. Около 20. Не жарко, пасмурно, хорошо. Вот только заселился, приехал, сейчас вот надо покушать. Цена вопроса $1. Хорошо, тепло, будем отдыхать. 1 января сегодня, с Новым годом. Сегодня 2 января, вот пришел на море с утра до завтрака, поменял деньги, прогулялся, сразу зашел на море. О, накатывает. Ну, конечно, оно не купабельное, но море не бывает плохим. Ну, такая морось незначительная, моросящий туман, скажем так. Это лучше, чем минус 24 и ветер. Градусов 20, наверное, может больше даже. Тепло, в общем. Оп, убегаю, убегаю. Второе января, Дананг, 10 утра. Мне такая погода нравится, нету пекла, тепло, хорошо, моросящий туман. No swimming, зато не зима, и это самое главное. Тепло, хорошо, такая погода прям моросящий туман такой приятный. Окей. Лемонграсс, вот домой такую бы. Пахнет так вкусно. Вьетнамцы учатся кататься на коньках. Слушай, ничего не ожидал, так это коньки увидеть во Вьетнаме. В Дананге ледовый каток. Торговый центр Винком Плаза. На 4-м этаже. Я не могу, короче. Во Вьетнаме коньки. Я в шоке. Катание на коньках. Во Вьетнаме. Скоро увидим сборную Вьетнама по хоккею. Все, что движется, можно есть. За 189 донгов. Маленько закупился в Винмарте. Да, я в шоке. Хоккей. Катание на коньках на 4-м этаже. Во Вьетнаме. Зима даже здесь достает. Да елки-палки.
как хорошо, что на улице тепло и плюс 20. Вон она, улица, зелень. Все здороваются, все сигналят. А гуляю просто. Сегодня тоже с утра маленько поиграл на синтезаторе. Сейчас вот хозяин играет. Хостеле есть синтезатор, сегодня с утра тоже поиграла, сейчас хозяин пришел, играет Yamaha, надо будет тоже Yamaha купить, тоже буду так играть. Сегодня 2 января, Дананг. Надо будет тоже купить синтезатор. Это ямаховский. Такое ощущение, что мост раздвижной, как в Питере. Короче, я между двух мостов. Вон мост. И вот мост дракона. Пойду погуляю, посмотрю, что там. Вот там вот деловой центр. Может, завтра туда перееду. Ну, подальше от моря, поближе к центру. Не знаю, может быть, останусь на прежнем месте. Мост красивый. Января гуляю, иду в центр, подальше от моря. Третье января сегодня, гуляю, совсем не холодно, как-то даже душновато становится. Но солнца пока нет. Так интересно, как вьетнамцы рисуют европейцев и верят. Ну, не то, что верят, это же католический храм. Как они представляют европейские религии. От рождения Христа и до распятия. Евангелие на вьетнамском — это сильно. Так же, как коньки, хоккей.
с шайбой или с мячом. Вчера в торговом центре каток видел на 4-м этаже Ультам Плаза. Так. Но это они принарядили к Рождеству. Тоже красиво. Да, религия поглотила весь мир. Даже вьетнамцы на экваторе знают про Христа. Так это что такое у нас? Это что-то другое. Ну вот вид на католический храм. Надо почитать, наверное, французы строили, тут же французское влияние было. Какая красота. Корейцев очень много отдыхает. У них сейчас холодно, но я когда там 31 числа был в Пусане. Ну как холодно, градусов 5-8, может даже 10. Но в Вьетнаме это теплее, вот они сюда и летают. Очень много корейцев. И даже больше, чем китайцев. Китайцы, наверное, приедут на китайский Новый год. Он же вьетнамский, совпадает, как правило. Красиво. Ладно. Что-то заморосило чуть-чуть. Ну такой дождик. Даже за дождик-то не считается. Сегодня у нас 3 января 2019 уже. Дананг. Социалистическая республика Вьетнам. Ой, тут еще. Как красиво. Но я отношусь к религии просто как к произведению искусства. Без фанатизма, скажем так. Ну вот, в принципе, все отснял по периметру полностью. Всем пока. Аромат лемонграсса. Вот это запах. Натуральный. Балкон. Нормальный такой хостел. Января 4, 10 часов утра. Первое солнце в Дананге за 4 дня. Нормально. Это поля рубят, а здесь тоже деревья не живут. Раша, Руся, Раша. Нигде деревьям покоя нет. У нас-то поля калечат. Здесь тоже подрезают. Сегодня у нас еще 4 число, 4 января. В разгаре зима. Короче, иду на море, просто гуляю. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.
Ну вот сегодня 4 января, и вполне загорабельная погода такая. Даже теплее, по-моему, чем было вот 1 числа. Я снимал море. И сегодня солнце прям проглядывает. Я думаю, завтра будет солнечный день. Не то чтобы я прям скучаю по солнцу. Меня, в принципе, устраивает такая погода. Потому что нет прямого солнца. Меня вполне это устраивает. Ну и вполне можно же ждать, загорать. Вот стоит знак, что купаться нельзя. Красный флаг. Ну, в принципе, в море спокойно можно зайти и ополоснуться. Мне кажется, оно сегодня почище, чем было вот 1 числа. Попрозрачнее, скажем так. И волна поменьше, волны-то практически нет. Да, думаю, завтра будет солнце. Дананг, 4 января. Не знаю, сколько градусов, но, наверное, может, градуса 24-25. Тепло. А, ну вон кто-то купается в воде. Можно зайти, конечно, можно. Завтра я плавки одену, зайду. А то уже пятый день, четвертый день здесь, и еще даже в море не заходил. Три минуты ходьбы от моего хостела. Думаю, что завтра будет солнце, потому что сегодня прям просветлело. Сегодня 4 января. Вполне загорабельная погода. Можно лежать на песке. И нет прямого солнца, это очень хорошо. Пойду прогуляюсь вдоль линии пляжа. Пойду в ту сторону. Но народ все равно купается. Вот я прогулялся метров 100. Ну и народ купается. Хотя волна нехилая вон там. Далеко, если не заходить, вполне можно плавать. Здесь никак в Нячанге. В Нячанге как-то сразу к берегу волна бьет. А здесь метров 50 от берега только она. Вот где девушка рядом со мной купается, здесь вполне волны нету. Четвертое января, Дананг. В разгаре лютая зима. О, какая волна. Завтра, думаю, будет солнце, я приду, поплаваю. 5 минут ходьбы от моего хостела. Даже написано место для купания. Походу, это самый центр пляжа. О, волна какая! Ты смотри! Ну, короче, если волну не подлазить, то вполне нормально. Ну вот, машет, чтобы из воды выходили. Значит, следят все-таки, чтобы не купались. Не разрешают купаться. Ну вот минут 15 никого не было. Я еще удивился, почему не гоняют.
Ну вот вышел, давай свистеть. Ну волна нехилая идет, смотри. Ну с ребенком, конечно, зря он туда лезет. Не, ну так-то вот, как я уже говорил, 50 метров, если от берега, вполне можно купаться. Волна вон там идет дальше. Вон огромная волна. Ну, а так, если возле берега плескаться, там можно. Дананг, 4 января. Ну, нормально, море 5 минут ходьбы от моего хостела. Это самый центр пляжа. Написано место для купания. Вон там далеко. Я думаю, еще сколько, с километр можно пройти. Ну, короче, ополоснуться можно. Завтра плавки одену, буду плескаться возле берега. Всем хорошего настроения. Мозаика красивая. Ну и песочек белый. 4 января, Дананг. Ну вот, я думаю, завтра здесь я остановлюсь. Поваляюсь под грибочком, если будет солнце, чтобы не сгореть. 40 тысяч донгов – это меньше $2 в день. Заплатил и валяйся весь день. Так что завтра поснимаю здесь. Ну, море, в принципе, нормальное, чистое. Ну вот, я прогулялся по пляжу, ну не знаю, километра полтора. Он бесконечный. Я не знаю, сколько там еще идти. На сегодня хватит, завтра пойду дальше. Бесконечный променад. Завтра приду валяться сюда, под навесик. Ну не сюда, туда маленько дальше я место приметил. Ну вот это море, которое недалеко от моего хостела, буквально 3 минуты. А пляж он вообще бесконечный, вон в ту сторону. На километры идет. Ну и в другую сторону тоже. 4 января, Дананг. Думаю, что-то мятой пахнет. Январь месяц, Дананг. Вон елочка стоит наряженная. И в то же время лето. Прекрасно. Январь месяц, 4 число, Дананг. Спортивный инвентарь. Ну вот этот выход как раз с моего хостела. Если никуда не идти, сразу выйти и море. Я сегодня попробовал пройти туда вот направо. Ну, я думаю, километра 2 прошел. А там вообще не кончается пляж. Ни променад, ни пляж, они бесконечны. Надо сегодня по карте посмотреть, насколько длинный вообще он. Ну, тепло, хорошо.
общем-то, отлично. 4 января, Ничанг, ой, Дананг. Все смешалось в доме Облонских. Yeah, we can walk. Чистить мне манго. Надо смотреть, чтобы у нее перчатка была на руке. Чтобы все было гигиенично. Это ж тропики. Вот одно чищенное манго, 20 донгов получается. А так на развес 40. Есть, конечно, фрукты подороже, чем Ничанг. Я взял ананас. Взял этот гуава, или как она называется. Вот сейчас он мне манго почистит. Я спелое выбрал. Прям слюни текут. 4 января, Дананг. Дуриан есть. Пожалуйста. Нормально. Купил яблочки, ну гуава, или как это называется. Ну, ананасик. И манго. Сам выбрал, чтобы спелый был. Цена вопроса 60 тысяч донгов. Умножаем на 3, получаем рублики. Хочу показать, что я купил на 67 тысяч донгов. Так, нарезанный арбузик. Цена и граммы указаны. Так. Похоже на манго, но это папайя. Обожаю папайю. Так. Что у нас еще здесь есть? Гуава. Впервые буду пробовать, что-то ни разу их не пробовал. Мне сказали, что гуава, но я думал, гуава маленькая другая, маленькие яблочки. Но мне сказали, это гуава, не знаю. Сама вьетнамка сказала в маркете. Че, бананы? Вот эти вкусные бананы, прям тают во рту. Так, ну и обед мой. Вкусный, теплый еще, когда покупал. Вот. Вот это все. 67 тысяч донгов, 200 рублей. Не знаю, дорого, недорого. Просто решил заснять. Покушаю и пойду на пляж. У нас сегодня впервые что-то душно прям. Прям как-то душно. Вроде как зима лютая. Восьмое января сегодня, Дананг, прекрасное море. Теплый ветер, теплая вода. Завтра утром лечу на Фукуок. Как мне уже сказали, там вообще прекрасно. Поеду, посмотрю. Море в Дананге 8 января. Море в Дананге 8 января. Но здесь намного проще купаться, чем в Ничанге, потому что здесь мелко. Без проблем можно заходить в воду, несмотря на вот эти гребешки.
8 января, Дананг. Завтра лечу на Фукуок. Прекрасная погода, прекрасное море. С 5 числа солнце каждый день. Здесь заниматься можно. Турники стоят. Вполне можно купаться, потому что мелко. Видишь, вон они куда зашли. Я сегодня утром здесь купался. Здесь никак в Нечанке. Там вообще не зайти, если волна. Вот, ну, зимой. Сегодня 8 января. А здесь можно. И вода чище, чем в Нечанге. Нету пены, которая после обеда в Нечанге всегда. Я сегодня утром купался, сейчас просто пришел с фотоаппаратом специально поснимать. Завтра лечу на Фукуок. Красивые барашки, купаться можно вполне, потому что мелко. Мелководье. Собственно, это и есть место для купания. Да, может, и везде можно купаться. Все купаются здесь. Вообще пляж бесконечный, он идет на километры. Я до конца его даже не дошел. Восьмое января сегодня, завтра лечу на Фукуок. Отличная погода стоит с 5 числа. Отличное море, отличного цвета. Короче, все отлично. Дананг, 8 января. Все для души и тела. Восьмое января. В России лютая зима. Завтра лечу на Фукуок. Прошла неделя, как будто бы тысячи лет. Как будто я всегда здесь был. Thank you.
Дананг, 8 января. Очень хорошо. И песок, кстати, хрустит, как на Пхукете. Такой же хрустящий. Что ты все свистишь, полицейская? Такой же хрустящий песочек. А нас все сказками кормили, что только на Каране такой песок. 8 января, Дананг. Январское лето. Ну, сейчас летаю на Фукуок, посмотрю, как там. Дальше будем смотреть. Зима еще длинная. Да, стало совсем тепло. Днем я сижу, спасаюсь, обедаю здесь, в тени. Курочки сейчас поел с рисом. Фруктов накупил, там еще у меня есть. Гуава. Бананы. Что там еще есть? Кексик, короче. Много всего. Сегодня у нас 8 января, в разгаре зимняя стужа. 2 часа дня, вот. Ну, до 3 посижу, пойду на море, даже 3 рано. Завтра лечу в Фукуока.